Теперь насчет твоих вложений, смотри. Мне интересно, потому что, ты знаешь, я в спорте работаю. У меня чуть другой интерес тоже насчет вложений, насчет спорта, но это похоже чем-то, чем ты занимаешься. Вот смотри. Вот в этот вот матч, это спорт крикет называется. Здесь вложили 40 миллионов за несколько минут. Ну, здесь вкладываешь 40 миллионов евро или выигрываешь, или проигрываешь, короче, это же все как казино. Ну, правильно. Это, и поэтому я не тоже, как ты, слишком серьезно к этому не отношусь, потому что это как казино, или выигрываешь, или проигрываешь, никогда вероятности никакой нету. Ну, иди смотри. Вот позиция, вот человек, он вложил настолько много, что он целый рынок сдвинул. Вот так же, на этом же спорте, я сейчас вложил здесь 20 евро. Но так нельзя. О, что-то произошло. Сейчас, видишь, сейчас я вышел. Оно автоматически вышло у меня. Сейчас я... Ноль у меня здесь будет. Что я чистым выйду. А здесь я в плюсе выйду. 0,48. Ну, понимаешь, это очень маленькие деньги, а вот если сделать как 40 миллионов, смотри, как это получится. Это надо, как они делают, профессионалы. Это они называют, нажимают, значит, они обычно на коэффициент 1,02 там все продают. И пишем 40 миллионов. 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, если все пойдет как надо, то 40 миллионов евро у меня в плюс будет. А если пойдет не по плану, то 800 тысяч евро я потеряю. Почему именно этот спорт крикет называется, потому что здесь самые большие деньги вкладывают. И знаешь, что самое интересное, что вот эта вот эта лига, это она находится там, где Бахамас, ты знаешь, где офшор, где вот эти вот все в этих странах. И в этих странах просто деньги одни другому кидают. И так они как бы вкладывают в одно, чтобы деньги они не просто с одного счета на другой переходили, а не с процентом переходили. Вот они, тот, кто умный, кто этим занимается, вот они так делают. Вот я тебе показал, как можно сделать. В спортивном мире, короче, вот это вот все делается. Это более-менее похоже на то, что ты делаешь. Вот так вот. Ну ладно, пока интересно было твое тоже услышать. Будем учиться друг у друга. Ну все, я не знаю, оставлю я это или нет, но я бы вот так вот бы сделал, если бы я реально хотел бы заработать на этом. А сейчас я нажму... Что мне нажимается? Вложил это все с 40 миллионами. Так, все нажимается. А так я просто, видишь, чисто выйду на ноль. Если эта команда выиграет, а 0,48, если вот эта команда выиграет. А то, что я буду или нет делать,
то, что я раньше показывал. Ну, не 40 миллионов, конечно. Ну, просто, чтобы ты знал, что 40 миллионов евро без проблем можно вложить в такое. Пока. Матч начинается 2 сентября в час ночи.